Приветствую всех на своем канале. Мы продолжаем смотреть онлайн сделки. Вот смотрим, вчера мы заключили сделки по британцу против доллара и по доллару против швейцарца. Вот 12.04. Вот у нас закрытый по тейк-профиту. А вот этот я сам закрыл. Здесь маленькая прибыль, потому что я уезжал. Можно сказать... Сейчас мы просмотрим это. Так, где у нас 11-я? Так, по доллару против швейцарца. Ой, нет, сори, по британцу против доллара. Вот смотрим, где у нас 11 число. Было заключено в 7.33. Ну, свой вот в 7.30. На sell. То есть вот здесь я где-то заключил сделку. Я поставил 30 пунктов. Оно здесь не дошло. И... пошло в противоположную сторону, и я не знаю, где-то примерно вот в 23.43 я пришел домой, и я закрыл сделку, потому что когда флэт идет, я не торгую, когда, ну, флэт это ночью. В общем, ночью я не торгую, я закрыл в 2+. Ну, самое главное, что не минус. В общем, ничего сложного нету. Нужно следовать правилам, всем сигналам, сопоставлять все индикаторы. Если индикаторы все показывают одно и то же, значит, можно входить в сделку. И было два сигнала, мы взяли небольшой плюс. Выходит 53 доллара за один день, это нормально. Вот еще один был дал сигнал, но это уже в следующем видео. Я повторяю, что систему продавать мне не хочется. Я хочу, чтобы вы тоже зарабатывали вместе со мной. То есть под видео будет ссылка для регистрации и в ДЦ. Вы регистрируетесь. Я кидаете мне счет в скайп. Я оставлю свой скайп. Я проверю, если вы такой, если пополнил ли счет. Мы как-то с вами свяжемся, и я вам перекину индикаторы и покажу, что к чему. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.